Всем привет, друзья! С вами, как всегда, злый слон драйвер 51 Рус. Сегодня опять у нас мужской бой. Новая карта. С Пашей мы тут потихоньку разбираем корабли. Ссылочка на сайт, где можно скачать данную игру бесплатно и на регистрацию, будет под видео на канале. Всем привет! Всем привет! Паша, я тебя не вижу, вот он. Куда мы с тобой идем сейчас? Куда идем мы с пятачком, да? Налево, блин, там узко будет, я не знаю, там тяжело воевать. Ты уже тут опытный моряк. Да. Давай направо сейчас. Направо уходим, короче, остров справа обходим. На букву этот? На А идем, да. На А. А мне кажется, их там немного будет, на А-то. Сейчас придем, увидим. Полный вперед, право там руля. Тиши прийти. Так, все, пошли, давай. Это будет фигово. Все, разгоняемся. Ебать. Хотя навряд ли они туда полезут. Все, поперли. Кто их знает, куда они пойдут. Ну там увидишь узко. В узкой в основном эсминцы идут маленькие, они там вертки, им там попроще. Раскочить удобнее. Но им наоборот, когда туда больше кораблей. А эсминцы это торпеда. Тут будут подводные лодки, интересно? Понятия не имею сейчас. Надо будет где-то обещали, прозондировать. Я тоже, по-моему, где-то видел, что должны быть лодки. Ну да, и игра пока сейчас еще прокачивается потихонечку. Потихонечку, помаленечку. Мне кажется, подлодки здесь баланс просто сильно нарушит, потому что это... Ну, может, будет как бы на подводных лодках там отдельно. Не знаю, как это будет. И будет ли вообще. Будет ли вообще, да. Ну, было бы прикольно, в принципе. Ух, как. Моряков-то что сюда не посадили какую-нибудь анимацию? Моряки, чтобы бегали тут. Или хотя бы сидели за пушкой. Когда загорелся, да, они так попал. Прыгай, спасательный круг, шлюпку опускают, да? Это да. Корабль тонет, да, они такие за борт прыгают, да, со всех сторон. В тельняшках такие, помогите, аларм. Повар с кабута такой, эй, где мои помидоры, бля? Так, ну что там у тебя, еще ничего не видно? Тишина. Такое ощущение, есть, что они все, наверное, на цепь пошли. Или они сейчас все как-то из-за острова. О, как сзади уже, ё-моё. Не-не-не, какой сзади? Это далеко вообще от нас. А, ну там двое пошли. Так. Камера была чуть бы ее пониже как-то, знаешь, к воде. А то она как-то сверху, да? На shift который, что ли? Не на shift, а просто вот когда колесиком отодвигаешь, чтобы она чуть пониже была, а то она как получается сверху так на корабль идет. Вот тут уже чувак кого-то колбасит. О, тяжик, боком вообще не вставает. Кто это? Каролина. Ну, понеслась еще. Давайте разбирать настрои. В принципе, это реально. А чё он цинкает, отворачивается тут, когда, может, тут мель какая-то? Стоп, машина! Где у него пушки, в какую сторону, я не вижу. Как узнать? Нормально, пушки в мою сторону, значит. Попал я маленький. Все, я его, короче, конкретно перебил. Вообще, мы сейчас его быстро расшатаем, если тут. Кто-то мне прилепил. А за ним слева еще двое. Из-за острова? Да, из-за острова уж. Дело плохо. Надо уходить. Ой, мне что-то прилетает, что ли? Да, не выходи. Ой,
Блин, даже не знаю, где. Зарядка, где патроны, ё-моё. Но этого надо топить, пожалуйста. Ой-ой-ой, меня колбасит, Паша. Уходи, в разворот направо и уходи. И убегай. Все, разобрали. Ушел, теперь сзади. Ой, еще один идет, Паша. Это легкие, это уже не так страшно. Сейчас толпой в него вольет. Красавчик Бартон стал. Молодчак вообще. Я прям не читать даже. Все, готов. Все, разобрали. Так, эй, ребята! Хотели нагнуть. Еще один слева, я Паша. Все, ехал. А ты-то я где? Я прям в лоб на него сейчас вот пойду. Вот идешь. Сейчас я тут встану. Что, вы кого вообще утопить-то захотели? Че, ребята? Не путали кто-то. Видимо, что-то перепутали. Сейчас мы им насадим. Выйду и все, и бананов. Давай, все, вышел на него. Бортом начинаю зарядить. Да, перезарядка полная. Огонь! Уходит, зараза. Не уйдет, все, нормально. Я ему в упор. Все, разобрали, да? Да, так, что теперь? Куда? Еще где-то слева тут стоит. Сзади заходит. А, вижу, ну. Все, иду на разворот. У меня что-то нифига не хочет разворот. Уходи сюда. Да, поворачиваю направо. Все, и дальше туда уходи, дальше от него дальше стараюсь. И сейчас и ну, чуть-чуть правее возьми, чтобы побольше пушек. Вот, и вот так. О-о-о-о-о-о-о, сейчас нормально мы его разберем. Все, разобрали. Так, кто-то где-то еще есть. Сзади двое на нас идут. Ой, сейчас будет жарко. Сейчас будет вообще. Знаете. Тоже хорошо идет там тоже. Ой, как быстро он идет. Быстро. О! Пошло. Пошла мазута. Все, встал, Паша Балиева. Да, я его вообще стоять уже. Все, я достаю. Я тоже нормально тут. Зараза, опять пошел. Блин, все, не достаю ее. Надо уходить. Смотри, выжил, а? Обалдеть. Вообще никак, ты смотри. А вот это здорово, давай. Да, вот это, который каваши вот это. Да, кавачи, да. Надо уходить. Бортом встать, а? Вот ты хорошо стоишь, я тоже так хорошо. Стою-то я хорошо, только что-то не могу в него никак вставить. Воровку мою. Да, вот немножко тут подрезал бананов. Так, полная перезарядка понесла. Сейчас уже должно ему. Все, сейчас мы зашатаем. Все, разобрали. А что-то кончилось, что ли, все? Все, обоих. А, мы всех завалили, что ли? Да. Вот дела. Вот, ребята, подписывайтесь на канал. Ссылочка на скачивание на сайт будет под видео на канале. И...
всем удачки, ставьте лайки. Пока-пока, да, Паша, пока. Пока-пока. Пока-пока, удачи.